Для того, чтобы собрать кровать, нужно сначала поставить колеса, все установить, после чего болтами с гайкой и шайбой насквозь прикручивается задняя спинка. После того, как прикрутили заднюю спинку, прикручиваются вот эти алюминиевые боковые ограждения. Далее, если стоять перед кроватью, то справа прикручивается одна защита для бокового ограждения, а слева защита из двух частей. После того, как это прикрутили, нужно будет саморезами прикрутить навесы и ножку болтами. Далее закрываем, прикручиваем цепочку, как вам понравится. Ну и в принципе все. Кровать будет собрана.